Здравствуй, мой любимый поклонник стратегий. Ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Лёша играет и смотришь продолжение партии Занубио на 10-х в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку и приятного продолжения просмотра. Золотой век. Отлично, монументальность. И начинаем строить. А, блин, вот потрачены. Да, тут плюс 6, но здесь лучше мне ставить. Потрачены деньги. Так, надо у кого-нибудь денег попросить. Так, мне сколько надо? 14. Давайте 15. Хорни предложение отдам 20. О, Дэвил, здравствуй. Ой, пингаву возьму. Какой ты красивый. Да. Так, значит, покупаем. И ставим. No name, там. То есть, понимаете, это 10 производства, считайте, да? Если я трудовую дисциплину смогу взять. Алексей. Что? Я могу идти к лагерю, он там убит? Нет еще. Ух ты, тут какое-то чудо. Сейчас будет найдено. Изогнутая арка. Блин, она рядом со мной там была. Сахарок же оставляешь, да? Я правильно понимаю? Не-не, я сахарок не выкупаю. Не-не-не. Я ж понимаю прекрасно, что ты тут город хочешь. Все, лагерь убит. И город мой тоже. Спасибо. Пока не хочет его покупать. Поэтому ты бы... А уже два хода. Он уже подходит. Успеешь. Да. Так, сразу вернем инку. Тут варвары немного. Там, кстати, не убил тот лагерь, он только стоит. Ну, где именно? Ну, там, где я планировал. Корни предложения. Спасибо. Я, если честно, даже не встретил тот лагерь, поэтому я даже не знаю, что с ним. Дайте я по холмам возьму. Да, ну тут где-то тоже надо город мне ставить, получается. Ой, вулканчик. Так, пошли к этому лагерю разбираться. Как же тенью душат варвары? Да в жопу все. Варвары, пожары, все подряд. А тенью предложение? Блин, а что я не смог? Блин, следующим ходом, значит. Ладно. А, колесо орошения. Вообще орошение, ну, и то открою пока. Куда ж пихать? Педру предложи. Какой Педру, господи? Потом, на всякий случай, вдруг железо тут появится, я как раз через два хода поставлю здесь священное место строить. Цвет похож, да? Да я не знаю, почему я так тебя назвал. А его не банили? Банили. Тогда давай вот так еще. Дарвилл, надеюсь, ты не заберешь этот? Блин, а этот тут откуда взялся? Вот так обошел, да, что ли? Ну, по жопе не получишь. Я сижу, они меня душат, мне хоть какой-то пуст нужен. Уже не заберут. Уже да. Ну, выбирайся сам. Ой, какой поселок красивый. Я в Мирое, наверное, даже проведу... Не, да я бы с тобой поделился, эти... конечно, обряды священные, чтобы быстрее пророка получить. Так, раннюю империю открыл, Фармер, меняем. Там торговли еще нету, да? Плюс 5 к боевой мощи, а сюда... Ты уже походил, да? Ну, наверное, и не будет, потому что что-то... Я как-то и покупки не хочу. Давайте просто производство. Леша, а у тебя там... Я тогда хотел город покупать. Что? Ресурсики поторговать. Не, пока нету.
Один заряд. Наверное, надо идти вот эту тоже обрабатывать. Ладно, я пока постою тут. Этот скаут не заберет, просто так обходить его неприятно. Если магазин заберет, то он будет. Если заберет, то не буду. Наверное, вернусь. Так, а где вообще Конго? Блин, я не выбрал, что исследовать дальше. Конго с... Ну! Военную традицию, давай, давай. Нет, все. Лаги. Не выбрал. Кайф. А не выбрал, нет, не выбрал. Как я и говорил, скаут просто ушел. Ремонтируем а, тут. А ты случайно не видишь там, куда убери моего? Давайте молитву в священном месте. Вижу. Здесь. Да. Убили, но там просто из священное место. Я плюс семь. Не буду ничего называть. Ну, это за счет соседства еще. С вулканом рядом, в общем. Я понял уже, да. Привет. Плохо ты выкупил. Привет, Авави. Так, тут ничего интересного, просто тундра тупая. Так, тут подошли, тут строим. Сколько стоит, кстати, посел? 75, вполне. Так, мне бы... ну я открою, когда я религию приму. Прокачаем пингалу на науку. Блин, или на ценителя тоже. Кстати, давайте на ценителя, потому что я быстрее теологию тогда открою. В этом идея. Ну, правда, пока еще даже не приехал. Так, я хотел... Смотреть, где Конго. Еще чудо. Да вот про это они говорили, что далеко. Повышенный бонус соседства для кампуса. Интересно, насколько повышенный бонус. Слушай. Слушай, диджей Холдом, тут у тебя интересно, кампус вообще на сколько будет? Я знаю. У меня там два будет кампуса. А, даже два, да. Слушай, это а на сколько они будут считаться вообще? Это сколько? Плюс семь? Я еще не могу тебе сказать. Ну, по идее, да, такой прям жирненький. Они еще два рядышком вот встанут, как раз где ты прошел, возле геотермалки. Тут вообще нету не видно лояльности Конго. Лавери, а ты не встретил ГГшку какую-нибудь еще? Встретил. Опять лаги. Ну, я имею в виду не научную, которую рядом с моим этим. Севернее, не научная. Благодарю. Большое спасибо. Так, я, наверное, тут тогда скаутом пойду, этого лучше возвращать. Слышно, да? Да, да. Военная традиция открылась. Бонусы за атаку кавалерии. Ну, я, наверное, пока не буду ничего менять. Ух ты, и Тиминанки кто-то. И что там, болот много? Даже понтон схватил на него. Я думаю, там пойма просто. А, я знаю, наверное, это, наверное, Майя. Вьетнам, скорее всего. Там у людей, значит, ну, Вьетнам может быть очень неплохо. На Кате тоже есть пойма, но мне, конечно, надо было в пустыню идти. Так, что там по великим людям? Икс, почувствуешь, что ты... Да, вон инк пророка пошел набивать, но явно у меня быстрее будет с моими проектами. Ну, если ты побежишь вниз, то ты... Никуда не сбежишь, а только придешь к проблеме. Интересно, что... А Инк, наверное, тропические леса взял. На запад стопудово. Тоже не вариант. Ну и нормально, видите. Разделились. Ничего, он у меня шустрый. Как-нибудь справится. Ну да. Он уже, Катя, два поздно. Ну, у него явно производство больше, чем у меня на данный момент.
Трудовую дисциплину мне очень надо. Так, 15 культуры есть. Давайте еще одну молитву в священном месте сделаем. Да, блин. Ты здесь хочу встать. О, как ты город поставил, не договариваясь. У тебя это столица, что ли? Вот, хороший вопрос. Можно было сдать его чуточку раньше. Но мне надо куда-то города ставить, у меня места нет. Я вижу место, и оно есть. Я тоже вижу. Вот глазастые, да? Все там рассматривают что-то. Как же тушат эти варвары. Как же посмотреть все-таки. Колорадо. Ну, конечно, странно. Я на последнем месте по техам. Край. А, наверное, к инкам это относится, Колорадо. Хотя странно, инки, блин, в Южной Америке, а Колорадо в Северной. Блин, интересно, у нас тут река Колорадо, а вроде цивилизации, которая к ней относится, нету. Может, просто пока не нашел. Это американское название, по-моему, какое-то. Да. А, цивилы, по-моему, у нас нет. Ну, только если один американец у нас есть. Который... Ух ты, еще и неизвестный игрок. Но я следующим ходом уже беру пророка. Нет, он остался. Блин. Там варвары душат. Блин, тут какая-то сплошная тундра снизу. О, есть железо. Смотрите. А, не, вот здесь. Это нормально, кстати. Кстати, нормально. Ну, давайте письменность откроем. Пока мне все нравится. Следующим ходом, мне кажется, я не только пророка, но могу и поселенца уже купить. Естественно, буду в каве покупать. Мировой хай растет. Вообще, можно на производство переключить. И, наверное, строителей там делать. Нарвил, я там предложение бросил. Посмотри потом. Да, сейчас посмотрю. Успел прокликать, пока ход не закончится. Запорожье. Там обмен, типа. Ничего, Леша, это ты привел на своем хвосте вот эту вот свору? Нет, Давай, я туда зашел, поставил, глянул, да? Они уже шли к тебе. Поставил специально, чтобы не было вопросов. Так, а, ну да, Нубия... Нубия, конечно, и Иудея. Я там не разведал, поэтому я не... Так, трудовая дисциплина. Я далеко. Я бы уже понял. Что тут и, наверное... Странные места, тут никто не появился и никого нет. Как-то и... Ну, в общем... Слушай, Араб, ну а что ты? Тут же город влезает. Дайте Гурдвару возьму. Ой, господи, сорян. Теперь забыл. Итак, плюс 5 производства. И будет плюс 7 производства. Я реально наклеил, я два раза хотел сказать, но я увидел. Так, где у нас... теология, я вон она. Сейчас, типа, так, давайте в автократию тогда если в политическую философию, да, зайдем. Там. Ну, выбирайся. Потом в теологию пойдем. А ты как тут вообще очутился? Это к кому вопрос? Ладно. Леша, там предложение. Да, я, походу, инк у меня будет главным союзником. Так, не успел походить.
Я думаю, Инг тоже на трудовую дисциплину надеялся. Потому что если он взял пансион на тропические леса, то очевидно, что ему... Где холодом? А не подвинешь ли ты на клеточку? Ну, это на тропические леса явно ему надо было брать. Давай поэтому соберемся, как это сделать. Куда? Так, пора покупать... На медь ты имеешь в виду? Так, нет, на медь там тоже так себе. Покупаем посела. Ну... Ну, давай как-то договоримся. Давайте на строителей. А мне тут уже может что-то содержание. Минус 5. Давайте чуть... содержание юнитов. Нет. Тут уже нету варваров особо. Я просто могу либо на этом, либо на меди поставить. Все, больше я нигде не могу поставить. Ну, я не то, что не хочу, я не могу прям. Так, ну, смотрим, подумаем. Ты просто сходи туда и поймешь, почему я так говорю. Ну... Окей. А, стоп, в Каве не будет пока производства, потому что не распространена религия. Блин, мне святилище надо было. Ну, хотя тут должно, по идее, оно само как-то быстро распространиться, потому что маленький город. Я просто вообще удивился, когда увидел твой городишко тут. Ну, я тут близко прямо. Иду понизу, просто думаю, что, может, вряд ли тут Конго бегал. Может, что-то еще осталось. Не собранным. Еще ни одного жителя. Религия только, кстати, взята к 40-му. Астрология далеко. Индуизм. И, кстати, я, наверное, даже знаю, кто взял. Не будем тыкать пальцами, да? Кто нас любит мрать индуизм в играх? Ладно, диджей Холдом. Уступлю. В целом. Как бы понимаешь, да? Так, наверное, давайте с меди начнем. Хочешь, я же говорю, я могу на медь подвинуть. Да, конечно, хочу на медь. Окей. А я тут и так уже в таком положении нахожусь. Ну, тебя мне тоже, как бы, вот река, естественная граница, в принципе. Вот, наших территорий, мне кажется, вполне норм будет. Ну. Стоит ли мне святилище строить, я вот думаю, просто... Или еще рабочих? Нет, вообще святилище и храмы — это лавенту засоюзить. И норм. Да хватит лагать. Так, возьму античную. Хотя... Не, античную, там города дают. Ребят, счастье. Оставьте, пожалуйста, паузу, я ходить не могу. Выключи просто таймер. Лучше, а не паузу ставить. Да. Да, сейчас уберу. Пауза не поможет тебе ходить. Ну, пролагаю чуть-чуть и похожу. Микспа, вот тебе. Убери паузу. Что, Микспа? На тебе. Все, можем начинать. Два влияния, это точно. Слушай, ты не против, если я выкуплю железоклетку? Справа от Стамбула. Давайте производство возьму и, наверное, все-таки содержание юнитов. Дело в том, что снижу. Я как бы железо еще не открыл. Я не вижу его. Блин, ребят, 28 секунд это мало. Я как бы даже ход я не ходил еще. Можно на этот ход таймер убрать? Знаешь, как это, Дэвил? Если я увижу не в третьем радиусе у столицы, я типа отдам, окей? Вот видишь справа оленя, вот клетка выше, там железо. Так, я сюда пойду. Справа, я понял. Тут я уже походил. Ну, я тебе скажу, когда открою, хорошо? Да. Давайте сюда, наверное, пойду, тут так вот открою. Что-то не видно вообще лояльности от Конго. А, вот она появилась. То есть тут я могу заселять на самом деле. Территорию всю эту. А, вот Конго вообще. Его города. Так, в Мирое строители готовы. Вообще, мне бы в центр коммерции идти. Скажите, когда таймер ставить? Блин, надо сюда город тоже. Сколько следующий посел стоит купить? А, такой вопрос. 95.
Монумент, амбар. А, святилище, конечно же. Святилище наконец-то построим. Да, выглядит, что я и тут золотой... Знаете, вот тут мне надо в золотой век выйти и брать соседство для центров... Так, я уже закончил, мне можно таймер ставить. Как, тут кому-то еще надо? Экстренно ходить. Я бы сейчас именно шел... То есть после священных мест я бы центры коммерции строил. Даже не научные, но... Тут надо подумать, если у меня здесь будет правительственная площадь, то, соответственно, тут влазят и центры коммерции, и научные эти. Именно в этих двух, да, так и надо, я думаю. К сожалению, уйдет медь. Жалко, что для... Но у меня больше негде поставить ромашку нормальную. И особо нет желания где-то в другом месте ставить. Так, Ваша, это ты этот, эти минанки построил? Нет. Эти минанки тут, конечно, офигенно сошел у того, кто построил. Так... Наверное, железо. Я вчера пробовал эти минанки и пантеон на болото. Прям очень прикольно выглядит. Но это если есть болото. Ну, у меня там возле столицы 4 клетки с болотами было. Там. Как бы не брать. У меня, например, просто болот нет. Как бы мне нет. У меня есть поймы, правда, но опять же не в самых главных городах. То есть пока там... А речная пойма ж не считается? Только в главном городе. Вулканчик. Блин, тут и варвары у Конга, я смотрю, лютуют. О, меня дропнуло, нормально. Потеряли бойца. Паузу жмите, то ли что? А, всё. Да не паузу, блин. Забудьте про, про паузу вообще. Так. Блин, хостом быть пососно. Постоянно надо. Вот этим всем заниматься грязной работой. Зато ты получаешь преимущество. Давайте расставим чудес и ну, да. подобное. И респект. Да, этих великих людей забирать. Давайте разместим, значит, тут у нас будет... И респект от ребят, но это важно, да. Здесь вот я соглашусь. Так, теперь так. Я бы, кстати, сейчас в... Мировой дипломатический Скажешь, квартал будет, строил. Так. Микспо, ты ну, тоже тут, религию делаешь? Эти. Конечно. Кампуса. Шикарный континент. Ну а как без религии-то? Ну у нас в итоге Колорадо не относится ни к какой цивилизации с нашего континента. Это забавно. То есть вот река Колорадо. Может просто есть где-то еще Колорадо? А мы не знаем. Река? Да. Сейчас. Я вообще тут еще Red River находил. Хорни, ты если хочешь, можешь железо забирать. Я там чуть в другом месте город буду ставить. То есть это как нейтрально будет у нас перешаек. Я после священного места, после святилища прям буду правительственную площадь бахать. Так, ну что, тут уже пошла, наверное? Нет, не добавился, думал с этим жителем. Google говорит, что только в Штатах. Странно, да? То есть, такое вот место получается, видимо, вообще не относящееся ни к какой цивилизации. Микс, ты не туда пошел, я тебя предлагал в другую сторону сходить. Да, ставь. Которую? В сторону... Через реку перейти. Ну, а Тинью будет. Вроде загрузился, поэтому, думаю, можно да, ставить. Да, я загрузился, уже все нормально. Через реку, где у тебя город с рисом? Да, так, да, ну вот тут, видите, реку, пустыня, да. Тут явно тоже, вот мне сейчас надо четвертый город явно сюда будет везти.
местную достопримечательность. Ну, потому что именно по пустыне надо ставить мне города и начинать с постройки... Так, мне 95 веры надо. С постройки... Как это фига? Ну, Бибийской пирамиды, а потом священное место сразу ставим. Так, мы работаем. Так, здесь я просто куплю сейчас рабочего. Строю монумент. Рабочего покупаю не за веру. Потому что за вера мне нужна на покупку поселенцев. И, кстати, я бы, наверное, выкупить эту пшеницу, я вот думаю, наверное, стоит. Так, давайте с инком открытые границы возьмем. Хорни предложение. Так, он, наверное, уже должен был религию принять. Да. Нет, вера от каменоломен. Хорни, а тебе не кажется, что тебе надо было соседство тропических лесов брать? Я не успел. А кто-то еще взял? Угу. А что ты отказался от договора? Я случайно. Кинь еще раз, если успеешь. Я, точнее, его взял и типа закрыл, и он, я так понимаю, самостоятельно сам отказался. А, Турок даже долг мне? Успеешь. Не-не, я уже ходить буду. Не палите нацию еще. Простите. Блин, не успел. Так, не, что я тут хотел? А, про Бесчестную площадь. Вот строителя чего-то привели. Это твой, Леша, нет? Нет, меня снизу не захватывали. Пришли. Тогда, наверное, лавенты. Кого убили? Блин, не успел походить, убили скаута. Это вот жалко. На самом деле. Так. Да блин, вы прикалываетесь, что с управлением этим долбаным? Хорни предложение, там 10 отдам. Okay. Ты имеешь, чтобы купить клеточку и район поставить. Просто из-за лагов. Слушайте, может опять я немножко без таймера, а то лично у меня лагает. Пока тоже никуда не отправляю. Микс по предложению. Давайте немножко без таймера. Ну, ты тогда мне только за деньги пропустил, я помню. Ну мне, чтобы потом тебе караваны пускать, ты что? Ну, это, конечно, универсальное оправдание, да. Можешь мне 15 монеток дать. Да, окей. Так, 95 ждем. Ну, я, наверное, дождусь даже в Напате двух жителей и там куплю просто. Блин, тут еще надо свинину обработать. Не хочется... А, стоп, куда я пошел? Мне ж надо тут вырубить. Тьфу ты. Я ж иду в эту. Я не могу тебе почему-то кинуть приложение, видимо, на этом ходу. Я тебе ответ накину. У тебя деньги еще 10 ходов. Стоит ли мне уже убирать? Просто отсюда деньги хватит, у меня капают. Без таймера сейчас играем, поэтому жмякайте. Не, ну в золотой я должен выйти.
Сейчас тут еще будет плюс производство. А, блин, я теологию, я не поставил соседство. Так, надо не забыть поставить соседство следующим ходом кампусов. А кампусов священных мест. То есть у меня здесь будет 14 производства уже. Здесь 16, но когда иудаизм распространится. Так, один ход ждем. Слушайте, а если я тут жду один ход, так может мне и купить? По-моему, миссионер... А, 70. Блин, 70 дорого. 70 дорого пока что. А ты далеко на восток селишься? Ладно, пошли. Пшеничку обработаем. Блин, он может захватить у меня... А, у меня есть защита. Нашел около Кумаси. Кумаси. А. Ну так это мои уже тут на восток начинаются владения. Я просто от тебя на юго-восток. Я бы, наверное, ставил прямо вот я где у меня стоит сейчас. Я понимаю, что под, под вулканом. Но здесь хорошее место будет. Потом здесь надо будет где-то без... Без этой... Без воды. Ну так, вот над Лавентой, пока... возможно, я еще один город поставлю. Но это он будет близко к моим границам. Пока нечего обрабатывать. А вот ты Махенджадара нашел? Хорни, я там на... А, возле... да, нашел. Это, на наших границах. Я прям под ним. Возьму леса. То у меня что-то тут вообще промки, беда. Ну, мне тут зал для приемов только надо строить. Да, да. Я тебе меточку поставил, если что. А, это ты там, да? Нет, это сейчас будет тут в мой город. Слушайте, нечего пока обрабатывать, представляете? Я буду ставить один город, я же говорю, правее. А ну, пока вернусь сюда. Я бы купил свиней. Как же город ломается с религией, ух. Все побежали смотреть, кто. Кто? Не я. Блин, не буду пока убирать. Просто они не знают особенности. Да, ну, тут уже... Ты уже спалили тебя, да. Поэтому все уже прекрасно знают. Ну да, кстати. В смысле? Нет, там просто сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще шестеро читают, а религии осталось три. Это не шестеро читают, это... Там же еще читают, как бы, считают те же, кто и взял религию уже. А, они тоже считают? Ну, как бы, да. Я не знаю, зачем это показывает. Я думаю, у них просто одна механика на всех... Кстати, вот это, видите, переизбыток 3-4, это за счет того, что читается на пророках, хотя который, как бы, на самом деле взят. Так что это можно не учитывать. Так, давайте я, наверное, так отмечу и, возможно, даже или не оставаться. Нет, этого надо вылечить, я лучше этим стану туда. Ой, блин, как всегда, вот что выбирается не тот... Знаете, я тут все равно буду рабочим стоять, так, тут покупаем поселенца. Так, ну вот здесь нам нужен стопудово кампус. Видимо, здесь у нас священное место будет. А я не пойму, чем ты меня там пугал? Я тебя не пугал, я тебе показывал чудо, я тебе 10 раз объяснил, куда пойти. Ну я туда иду. Ты не туда ушел. Ты не дошел одну клетку. Я тебе уже объяснил, перейди реку. А чудо там красивое, там прям не то что чудо, а то какие у него там кампуса будут стоять. Хорни, это ты сейчас же говорил, да? Нет. А, все. Я тебе открыл границ, ты ушел вместо налево, ты так, ушел вот направо. Так, вот это, блин, не потом то, не то, поменять теологию. Просто так, вот так, от этого так, места так, ровно налево. Соседство священного места. Содержание юнитов я бы оставил. Давайте вот так сделаем. Итак,
14 производства. 14 веры, 16 веры. Блин, мне надо все-таки миссионера сейчас купить и разнести в каву, в напату, иначе... Я потерял ее. А, ну давай. Очень долго будет. Так, в мировое чисто производство можно поставить. Давайте военную подготовку. Я точно не буду военный лагерь строить пока что. Так, ну я предлагаю вернуть таймер. Вроде как не лагает больше. Ну, немножко подлагивает, но не так, чтобы прям... Не хватало походить. Ты прикол, на нашем континенте все цивилизации основали религии. Нельзя не основать религию. Так вот, кстати, Шотландия, ты про меня? Вьетнам, инки и я. А, только Конго не основали. Кто говорит? Это Бен. Я обломался, походу, Дарвилл, да? Ну да. Ну, Бэтмен просто не может основать религию, потому что у него Конго. В смысле, почему я обломался? Ну, ты основал религию? Нет, ну я и не собирался, как бы. А почему у тебя очки великих людей капали? Ну и что, священка, если стоит, не знаешь, что я собирался основать религию? Ну ладно. Вот так вот, поняли? Так, сколько если у нас миссионеров? Что я буду строить угольную шахту? Вот именно, да. Ну, надо, надо. Потому что тут производство сейчас будет просто огонь. Какой птыщ, птыщ. Микспа, что не на науку или уже разобрали? Да, я бы взял. Да вот... Не успел. Жалко. Я могу вырубить и шахту поставить. Давайте, наверное. Укрепи побыстрее. Теперь жилье появилось, поэтому на рост поставил. И теперь... Ой, блин... Возьму лян для... Для рабочих. А, ну это то, о чем ты говорил? Угу. Так равнодушно сказал. Фига себе тут. Ну, почти это шинка, что я тут. Так, давайте я на автомат поставлю этого скаута. Самый уже просто... прикол же в том, что две ртути стоит. Не успеваю даже ходить. Так, этого лечить, этого в столицу. Убираем. И тут будет... Блин, один ход. Давайте храм я построю. Забавно, Дэвил, что... Ты в золотом, а я в нормальном. И, в общем-то, можно в лавенту. А я-то вылезу сейчас еще в золотой. Так я сейчас туда посажу губернатора и монумент дострою. Плюс города правее вырастут и все. Ну, 10 заход это очень сильно. Мне кажется, и 16 производства. Вау-вау-вау-вау-вау. И будет больше еще за счет вот этих районов. Хотя тут, может, и не будет, но посмотрим, короче. Очень приятненько это все выглядит пока. Расселяюсь я немедленно, еще 13 ходов, а религии у меня уже 40 вход. То есть, по идее, каждые 3 хода, наверное, я буду поселенцев делать. Так что нормально. Да блин, бури задолбали, что это за хрень? О, я могу 2 меха. А, это потому что я стал этим. Сюзереном лавента, у нее тоже мех, видимо, нет.
О, а откуда у меня второй мех? Кумаси? Кумаси. Так, значит, в мирое деньги. То есть центр коммерции. В Каве тоже центр коммерции. Плюс 4. Ну... Смог поставить центр коммерции. Ну, нормально, 2-3 хода, 16 производства, зашибись. Так, распространяем в Напату. Это для всех, говоришь. Да, Лёш, там слышно. Меня слышно всем? Да. Кайф. А сейчас? Ну, мы немножко только. Что было интересно. Надо было молчать. Это спойлер. Ну, Бя, куда ты второй меха уже отдал? Это мне город-государство дает, я никому не отдавал. Он пишет, что у меня два, а на самом деле у меня один. Ни с кем не поторговать. А, вон, подожди. Хорни, у тебя там есть, да? Так, а где здесь, кстати, у нас... По-моему, нет. Священка, по-моему, может. Нет. Ну, тут плюс 6, но я не хочу сюда ставить. А, тут плюс 6. Блин, жалко... Если ты вот, прошел, плюс 6. Я его втюхал, Бэтмена. Ну, я бы все-таки тогда сюда ставил. По-моему, я смотрел, у тебя вроде не было второго ресурса. Я так просмотрел. У меня он еще давно опять был. Висим. Изначально был практически. Тогда извини. Ну, понятно, что с монумента я пока начнем. Я могу скоро обработать еще одну ртуть. Это говорит Бэтмен. Так, и где у нас вот тут... Как бы мы с тобой не встретились. В отсутствии... Ну, с отсутствующим... у меня там разведчик над Хорни гуляет. Я бы, наверное, вот сюда поставил. Или, или понимать, сюда. Вот чего-чего, ртути хватает. Вообще... Да, так, подожди. Мне надо, чтобы соседство с пустыней какое-то было. Дарвилл, а мы с тобой торгуем, да, уже? А соседство с пустыней только здесь, например. Смотреть. Я тебя что-то забыл. По-моему, да. Ой. Да. Так, короче, я бы... Ну, надо сюда насчет город ставить. Я считаю, что без соседства с пустыней это очень большой минус. То есть плюс 40% к созданию районов. Согласитесь, это круче. Не, у тебя, по-моему, нету яблока. Чем вообще ничего. Первым поселением на другом континенте. От жары изнывает. И вот начинается буря. Блин, она сейчас реально по мэрое пройдет. Вот стопудово. Так, Микс, опять, забывайте, а у тебя... что у нас таймера нет. Что-что? Микс, а у тебя же там еще место охреново куча. Верно. Смотрим, а так сейчас не красиво Мирое умрет. И это... У меня уже вторая буря, хотя двойка стоит на... Эти... На бедствие. Красиво, красиво лагает, да, при переходе? Кстати, мы на Ниле находимся. Вау, ну, вау. Священное место крэкнуло. Кайф. Но мне священное место в обязательном порядке. Смотрите, как... Я просто все разрушило, все мое хозяйство. Это нормально вообще? Блин. Думаю, что у тебя с наукой? А, ну вот оно что. Это кому? Это Эвэвэри. А, есть такое дело, да. 32-33 у Ацтека. Без кампусов столько. Ну, это кампус он, наверное, поставил. Уже неплохие. 53? Да, быть топ-1 чисто без кампусов. Кайф. А сколько у него науки? 40. 38. Ну, у нас тут... Вот у Хорни 32. Например... Ну, парень, допустим, два кампуса поставил, у него столько же науки. То есть там явно кампусы не на плюс один. Так, следующим ходом поселенцы. Видите, как у меня сразу уменьшилось количество
веры. Ну, потому что просто разграбила священное место, которое давало мне 14, по-моему, да? Ну, я уже выйду точно в Золотой век, потому что центры коммерции с высоким соседством будут. Они дают очки эпохи, считайте, все. Блин, а я никуда не отправил. Лян. Лян в каву давайте. Ну и гурдвары я буду строить уже за веру в следующей эпохе. Потому что дают 2 единицы пищи плюс 1 к жилью. Это нормально, это считайте как... не акведук, как амбар. Древние названия инкских городов, да, видите? Тебя поддавливать. Ну, наверное, сюда хочу город, а потом уже туда будем. Ну, я собой вижу. Даже, наверное, я потом в Напате куплю сюда, поставлю. Да вообще в последнюю очередь буду ставить. Дай погулять, пожалуйста. Святилище, так, а на храм. На нашем же континенте нет религии, да, я так понял? Это вот где Дэвил. Не, должен быть католицизм чей? Мой. Да там моли, не иначе. У нас все религии, кроме католицизма. Вопрос, а кто-нибудь есть над... Никспой? Есть. Все. А ты... Запад или Восток? Ну, сверху Запад. Так, проверим города. Ну, подымись там, ты же ходил, смотрел вроде как, нет? Нет, я тут плаваю. Ну, ты еще ГГшку можешь забрать, если что. Все нормально растет. Города ставятся. Если бы мне еще эти Не, я бури пустынные закончатся, то вообще будет зашибись. Да не, я просто хочу ГГшку забрать верхнюю. А, на Газаргам? Да, пожалуйста. Не претендую. Ну, сейчас вырастет сказал, до 10. Тут кампус ставим, кава вырастет до 7, ставим кампус. Я хочу. Нет. Че, нет? Ну, то нет. Не хочешь. Ты друг, а или... благодаря Кумаси у меня куда-нибудь бегаю с большим, но пока два, две культуры это маловато, чтобы отправлять. Хорошо, что ты мне можешь предложить? Что хочешь? Давай твои... Так, где у нас наука у инка, интересно, откуда? Хотя вот этот, это видно, плюс 4. Ну, это твои предложения. Не, ну и города растут, конечно. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!